прекрасного доброго утречка, друзья. У нас такой волшебный рассвет. Ну, холодно, скажу я вам. Я уже шапку одела. Уже ветерок. Осень конкретная. Прям вот вроде бы недавно еще жаришка была, а теперь уже осень и холодно. Сегодня дождик обещали. Сейчас где-то около 7 часов утра быстро с Дженго вышла на прогулку, чтобы до 8 часов успеть. 8 часов дождик обещали. Серенько. Красавчик мой, выгуливаю. Красота и грязь, да? Смотрите, что делается. И никто не убирает, никому ни до кого, чего дела нет. Грязь. Утренние обнимашки. Тимо хороший. Скоро надо будет этот уже снять. Сейчас уже начались холода, уже этих клещей не будет. Но, кстати, очень хорошая вещь. Советую, вот у кого собаки. Это мы покупали, по-моему, на Amazon. Ну, точно не знаю. Надо у Инго будет спросить. Вот он 50 евро где-то почти стоил. 47 там с копейками. Но зато очень эффективный этот ошейник. И ни одного клеща после этого не было. И хватает на весь сезон. Его нужно где-то вот в феврале, в марте повесить. Ну и вот до ноября месяца, 5 месяцев или даже полгода, по-моему, он хватает. И без проблем, да? Ой, на подушечку, видите? Это я себе так всегда подкладываю этот, ну, свой, как его, планшет ставлю, чтоб удобно было. А он тут уже примастился. Думал, это я ему положила под голову. Тимой хороший. Хорошо погулял сегодня, покушал и теперь на боковую. Да, гладьте его и будет спать. Тимой хороший. Любит вот так, уже говорила вам, да, когда глажу. Ну все, спит. Ну спи, мой красавчик, спи. Ну все, хватит гладить. Спать надо. Смотрит, что перестало-то. Ну, что там, никто не пришел. Ложись, спи. С утра солнышко было, а сейчас уже дождичек. Вот вам и осень. Пришла. Посылочки, друзья, очередные. Сейчас распакуем. Запаковали с этой стороны. А, о! Экстра große Flasche. Альки. О, zwei Zwillinge. Алкоголики. А с своими, что ли? Я. Ядра и... Цвая.
Wir haben leider keine Eiswürfel. Tja. Dauert ja noch ein bisschen. Ja. Коробка в коробке опять. Yep. Картон in картон. А, у вас у них gesagt, ich hätte ich nicht ausgepackt. Ich hab dir gesagt, was da drin ist. Nee. Aber selbstverständlich. Hab ich nicht gehört. Ja. Da macht man Futter rein. Das ist dafür da, dass er das nicht so schlingt. Du musst also mit der Zunge dann so rumschleckeln. Ah, das для тех, кто как Женю иногда быстро лопает. Это ему новую эту подставку купили с этими. Ну что-то мне не нравится. Das gefällt mir nicht so. Schatzi. Mir schon. Эти еще можно, ну, удлинить ножки. So. Und dann kannst du hier auf den weißen Knopf drücken und die Beine rausziehen. Das hat Bewertung sehr gut gekriegt, das Ding. Ja? Ja. Rostet nicht und ist leicht und lässt sich einklappen, verreisen. Also ich weiß jetzt nicht, was du darum meckerst. Ich mecker nicht. Nee. Ich habe nur Nein. gesagt, mir gefällt nicht. Drücken. Und dann das hochziehen. Ja, hab ich schon. Nein, hast du nicht. Und das hier oben hochziehen. Nein. Sie hört nicht zu. Ah. Ich dachte, das Ganze. Nee. Ach, вспотела. Mehr nicht? Nee, das, ich stell daneben, das ist nicht tiefer. Vielleicht ein Zentimeter. Ja. Ja, siehst du? Ein bisschen klein, ja. Von der Höhe und von. Aber die Dinger sind ja süß. Dafür sind die tief. Da passt mehr rein als wir da. Это уже старое. Уже вся вон ржавеет, и вот это вот не отмывается, ничего, надо уже выбросить, а это будет новое. Видите? Удобно с собой брать ее, вот складывается. Wenn er säuft und das läuft hier rüber, läuft das hier rein und dann kannst du das hier raus, ausleeren. Ага. Ja. Говорит, если будет тут... пить, и сюда вода попадет, будет сюда стекать, и можно будет опрокинуть. Опрокинуть. Ну, вы поняли. Убрать. Мы смогли их тестить. Нет. Yeah. На ужин сегодня у меня тыквенный суп. И сейчас обжарю лук сначала. Всегда на сливочном масле. Вкуснее получается, чем на растительном. Так, ну где-то грамм 30. Обжарю лук. И
потом добавлю чеснок свежий, у меня тут 3 зубчика, и этот имбирь. Это потом я добавлю кубик куриного бульона. И потом уже добавлю картошку, обжарю чуть-чуть. И воды, и сливки. У меня здесь воды где-то, ну, грамм 500, наверное, 600. И так у меня 20 минут все это покипит. Это у меня уже рецепт показывала, поэтому рассказываю, может, кто новенький, кому интересно. А старенькие подписчики, которые давно со мной знают уже этот рецепт. Ну и 20 минут покипит, и все, пропюрировать. И потом добавлю лимонный сок. Ну, смотрите, по вашему вкусу. Пол лимона или весь лимон, смотря какой кислый, не кислый. Вот, будет такой у меня суп. Добавила чуть-чуть картошку. Сейчас буквально минуты две и будем уже добавлять водички. Суп готов. Всегда этот шайен перец использую. Очень вкусно получается. Видите? Ну и можно, конечно же, этим маслом из тыквенным маслом полить. Но у меня здесь уже сливочное масло, поэтому не буду. И тыквенные семечки. Ну, как-то в супе я тоже не очень. Поэтому вот так вот. Вот такая вот красота сегодня на ужин. И очень-очень вкусно. Добавила этот лимонный сок. Обязательно добавляйте, сразу совсем другой вкус. Быстрая такая каша. Ну, люблю манную. И рисовую люблю, да, все каши люблю, да? У нас вкус детства. Всегда была каша. Ну, не всегда, но часто. Поэтому люблю. Немного цвет поменяла из-за ванильного сахара. Но ничего страшного. Сейчас еще 2 минутки и буду уже отключать. Каша моя готова. Обязательно добавляю масло кокосовое. Люблю. И корицу. Ну и, конечно же, малинку свою с огорода. Одна клубничка. То, что есть, как говорится, под рукой. Будет вкуснятина. Ну, конечно, я себе не всю порцию, там немного. Тут еще, видите, осталась доча поест. Вот такой прекрасный завтрак у меня сегодня. Приятного мне аппетита. Наристих меньшин махен. Fein.
обещала вам показать-то этот проспект, где на выставке тыков-то были. Ну, они там круглый год что-то, у них какие-то мероприятия, не только осенью. Вот весной у них спаржа продается. И вообще круглый год открытый этот... Ну, она там не выставка, а вот эти вот магазинчики. И вот тоже там можно всегда и на завтрак прийти. И вот для пожилого возраста люди завтрак предлагаются. И ранний завтрак. И, например, вот на Пасху бранч. Или на Рождество бранч. Или на Рождество... Ну, обычно же немцы гуся или утку едят. Вот можно заказывать и приходить. Вот даже буфет. Вот тут, например, утиный и дичь. Утка и дичь. Тоже такой буфет. Или вот, что и говорила, гусь и утка. Также у них же там своя пекарня. Мы просто с Ингой не зашли в этот раз. Там тоже они и хлеб, и кухонные продают. Ну, пироги всякие выпекают. Ну, детям даже это вот, ну, показала вам, да, горка, скатываться можно. А это зимой они воду наливают, наверное, делают горку, и дети там... скатывается. Также там вокруг лес можно прогуляться и за грибами сходить. И вот даже для детей в лесу есть вот такой вот, как он называется-то, ну, полазить по деревьям на турниках. Видите? И это же поле кукурузное, лабиринт. Ну, курочка вам показывала, гуси. Надо было дальше идти, было ветрено. Думаю, все равно в камеру бы дуло, ничего не слышно вам было, поэтому дальше не пошла. Вот. Видите, всякие аттракционы. И вот, когда начинается время голубики тоже, там можно приехать и как вот клубнику нарвать, так и голубику взвешивают вам и купите. Да, ну и эти же тыквочки. Видите, какая тыква. Ну, как уже сказала, каждый год. В этом году вот была тема, наверное, для пожарников. Да, детям интересно. 2 года назад была тема музыки. Там даже рояль стоял. И даже, ну, музыка играла. Ну, тоже все в тыквочках. Такой был посвящен оркестр музыки. Каждый год другая тема. И картошку можете вот тоже сами пойти выкопать, потом заплатить. Вот она-то эта куриная вилла. Яйца можно там купить. Я вам показывала в этом магазинчике. Ну, всякие мероприятия там проводятся. Вот такой проспект. Ну, всегда беру, иногда смотрю. Конечно, кроме как... На выставку тыков там больше и не ездим. Да, далековато от нас, где-то, наверное, около часа туда езды. Ну вот, показала вам, а то пообещала, скажете, а, Ксения-то обещание не выполняет. Выполняю. Я свое слово обычно держу. Вот на Рождество печенюшки там выпекаются, продаются на коньках, вот. И на этих плюшках кататься можно. Ну, как и сказала, уже зимой там не были. Видите, даже ярмарка рождественская там бывает. И даже с салютом. Вот такой вот Бауэрнхоф. Ну, это как фермерский, да, фермерское поместье, да, с магазинчиками возле леса. И сразу можно... купить фермерские продукты. Но цены, конечно же, ну, цены сейчас везде. Удивляться нечему.
Прям птичий концерт с утра. Голосистые. Смотрите, как солнце падает. И крыша такая оранжевая сразу по цвету. Здесь вот такие у нас стоят баки. Это все для стекла. Вот это вот коричневое для коричневых бутылок. Вот это для белых, а там для зеленых. И прям туда кидаете. Они, конечно же, ломаются, но ничего страшного. Вот видите. Индира, помнишь, я тебе рассказывала, приветик, моя дорогая, что все у нас тут мусор по разным бакам. Сейчас еще дома покажу, где у нас хранится мусор. Это я уже к дому подошла. Вот здесь у нас бумага и картон голубой. Ченгу к дереву привязала, чтобы показать. Это у нас черная мусорка для всякого мусора. Это для пластика. Ну и мы в такие же мешки же тоже складываем. И вот это вот мусорка для пищевых отходов тоже в эти мешочки. И за все это мы, конечно же, платим. Мусор забирают раз в неделю. И вот туда выставляем. Если туда не поставим, сюда не придут, не возьмут. Надо постоянно здесь впереди выставлять. И приезжают каждую неделю и забирают. И раз в год мы за это платим. Смотрите, какая гортензия. Тут роскошная. Розовая была. Теперь бордовая. А это какая-то непонятный такой сорт. Эти большие. Ну, тоже розовая, теперь какая-то, не знаю. Ну, это уже начинает тоже краснеть к осени. Листочки будет красиво-красиво, все будут такие вот красные. Ну, вот так вот рассказала Индира, то, что, ну, ты же рассказывала, что у вас теперь тоже в Казахстане есть такая функция, что бутылки можно в магазине сдать и... Да, а у нас вот сортировка мусора. Кто вот в таких больших домах живут, у них там огороженная, есть тоже все мусорки стоят. И у каждого жильца есть ключ, закрывается на замок. Если вы в этом доме живете, вы не можете туда к ним мусор выложить. Поэтому у каждого свое. Ну, пойдем еще внутри покажу. А в доме у нас вот здесь мусор под мойкой. Это вот для пластика, для пищевых отходов и для всего остального. Вот так вот. Ну, я считаю, это правильно сортировать мусор, да, не закапывать где-то за городом, а переработать снова и природу матушку беречь. Muss ja aufpassen, dass er dein schönes Hemd nicht kaputt reißt. Ich grüße Marie, что рубашку не порвал. А то рабочая одежда в негодность прибудет. Пришел и Женька так радуется. Auch schöne warme Ohren hat er. Ja. Gut. Теплые ушки. А я зонит. Зонит. Ты с тем супуплишь. Так не хочет. Не любит эту процедуру, но надо зубки чистить. Oh, yeah.
Er mag das nicht. Ja, muss aber. А то у него уже изо рта Jango. Пахнет. А потом еще налет будет, и будут быстро зубы портиться. Они ему еще нужны. Ну, специально вот для собак у нас такая уже заканчивается паста зубная. И вот так. То я чищу, то Инго. Ну, не каждый день, но каждые 2-3 дня обязательно. Ну, ist gut. Okay. Hauch mich mal an. Инга говорит, дыхни на меня. Was denn aus?